Уважаемые друзья рыболовы, крепкого вам всем здравия и добро пожаловать на реку. На реку я сегодня прибыл достаточно поздно, большинство перспективных мест уже занято. Вот, выбрал тут небольшой пятачок, тут как бы корешки кое-какие в воде лежат. Ну и сел вот здесь вот прямо на русле. Сейчас буду закармливать лунки, потом, наверное, немного попью чайку и потом пойдем на первый круг. Луночки буду закармливать стандартно, обычными сухарями. И еще немного туда аттрактанта добавлю. Все водичкой заправляем и замешиваем. Значит, хочу я вам немножко рассказать про свой кейс для рыбалки, потому что многие спрашивали. Заказывал с AliExpress вот такой, достаточно жесткий, на замочках он тут идет. Здесь вот получается сеточка с резинкой. Тут у меня лежат удильники, получается, для блесны. А здесь в этом отделении лежат обычные удильники для безмотылки. В общем, кейс достаточно простой, удобный и недорогой. Ссылку я вам на него оставлю в описании. Вот так вот он выглядит. Хорошая, красивая вещь. Сейчас я решил переместиться вверх по реке. Нашел тут чьи-то старые лунки. Видимо, кто-то вчера рыбачил. Ну, расковырял их. Сейчас закормлю. Ну и попробую здесь половить. Несколько лунок я сейчас все-таки пробурил. Остальные расковырял. Все это дело закормил. Тут как раз подтянулся Сашка. Он тоже там лунки закармливает. Сейчас немного поем. И буду пробовать в этом месте. Не знаю, все-таки погода сегодня хорошая. Должна сегодня все-таки плотва клевать. Посмотрим, проверим.
также хотел рассказать про свою новую удочку. Значит, сделал я ее из донора. Ссылку на донора я вам оставлю также в описании. Значит, здесь идет катушечка. Тут я, получается, спилил ось, просверлил внутри отверстие и пропустил сюда, получается, шестик. Вот он. Здесь вот у меня идет колечко пропускное для лески и рукоятка из EVA. Ссылку на материал EVA я вам тоже оставлю в описании. Обточил просто шкуркой, то есть просверлил отверстие, зажал в дрель на анкерном болту и обточил шкуркой. Вот. И торец рукоятки сделал из эпоксидной смолы и из стружки от пробки. Вот такая вот хорошая конструкция. Длина, значит, удильника составляет примерно 50 сантиметров, что позволяет мне сидеть с прямой спиной. Такая красивая, очень хорошая удочка. Опаньки. Сорожечка. Ну вот, поклевывает тут рыбка-то получше, чем там, с первой проводки, считайте. Сразу же клюнула. Какая хорошая попала. Сорожечка. Бойкая рыбка какая. Ох. Еще одна. Не крупная. Но попадаются и более-менее нормальные. Клюнул жестко. Вот она. О, как прет. Ну, хорошая. Больше не тебе. А я... Вот она. Ух. Ух как, ух как. Это кто это? Ё-моё. Многие спрашивали про подставку для моего эхолота. В общем, здесь у меня все просто. Это идет фанера с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны доска обычная. Значит, вот здесь я вкрутил болты для того, чтобы наматывать, значит, провод датчика эхолота. Это идет пластиковый пенал из-под ручек, тоже я его прикрутил. Вот здесь получается крепление автомобильное для держания телефона. То есть спокойно нажимается здесь клавиша и разъезжается, получается, эта подставка и достается вот так вот эхолот. Точно так же он сюда помещается и защелкивается. Вот все, она стоит. Подставка эта поворотная, она была на присоске,
Вот, но я сразу же это все дело отмел, потому что должно быть надежно все, и прикрутил ее на несколько саморезов. Вот такая нехитрая подставка. Значит, здесь у меня идет обычная металлическая трубка. Я ее приплюснул и на гвоздики приколотил. В общем, ничего сложного, но штука удобная. Ох, как. Хотел еще поделиться с вами небольшой радостью. Пришел мне наконец-то багорик. Такой вот маленький. Значит, багорик — это Атабу Гарсии. Вот. Я бы не сказал, что это дешевая вещь, но тем не менее, по первым ощущениям, вещь достаточно качественная. Багорик такой длинный, и позволяет он, значит, доставать рыбу из-под достаточно толстого льда. На рыбе я его еще не проверял, но даст Бог, мы это еще с вами увидим. Крючок у багорика очень острый, так что я думаю, что проблем с этим багориком у меня не должно быть. Храню я его просто вот в сапоге. Вот так. Какой елец на черта попал. Ух, какой елец попал. Хорошая какая. Замечательный чебучок клюет. О, все-таки попалась.
Ух. С самого начала, когда я пришел на точку, значит, поклевал немного ельчик и поклевала сорожка. Но я сразу же понял то, что как бы нету там массовой какой-то стоянки рыбы, и поэтому подался вверх по реке. Ну вот, нашел место, и буквально с первых проводок начала проклевываться неплохая такая сорожка. Ну как бы для этого места она неплохая. Работали разные проводки, значит, был такой момент, когда опускал мормышку, делал две очень быстрые такие проводки, и потом делал третью проводку, такую еле-еле душа в теле, и происходили такие поклевки уже просто в шестик. Вот очень понравился мне этот момент, когда можно просто раздраконить плотву. Работал, значит, сегодня гвоздишарик, ядреный глаз. В целом можно сказать, то, что рыбалка прошла очень даже удачно, потому что было поймано достаточно большое количество рыбы. Были очень интересные поклевки. Было такое достаточно бойкое вываживание на очень тонкой леске флюорокарбоне 2.08. В общем, кайф от рыбалки я испытал. Ну и у меня на этом все. Увидимся с вами в следующих видео.